Буквально сразу после праздника последнего звонка начнется летняя работа летней школы и подготовка к летнему отдыху. И в этом учебном году мы занимались в традиционном формате. Это и дало толчок, чтобы более наши дети могли получить еще более глубокие знания. Этот год, он такой вот, был очень успешным. Нас радует то, что хотя бы в середине года мы вышли в обычный режим. Мы, правда, чувствуем себя приверженцами школы. И это то место, где мы, правда, развиваемся. Поэтому определенно традиционный формат намного лучше дистанционного. В общем-то, можно сказать, что учителя хорошо поработали, нагнали, потому что у нас в начале года были дополнительные занятия по пробелам знаний. И дети с удовольствием наверстывали упущенное. Тяжеловато было, конечно, контакты учителей, нам было тяжеловато. Ну, потихонечку мы все осваивали, учили, занимались. Учителя нам давали основное, мы с ними занимались. Ну, как говорится, кто хочет учиться, тот будет учиться. Последний звонок, экзамены, ЕНТЭ и долгожданные летние каникулы. Смотрите на телеканале «Семей» программу «Специальный репортаж» в 20:40.